Сегодня будет рецепт очень вкусных оладушков с весьма нестандартной начинкой – крабовыми палочками. Очень рекомендую этот вариант приготовления. Получается прекрасный результат. Нам понадобится кефир, одно яйцо, пшеничная мука, которую нужно просеять, ну и немного разрыхлителя или обычной соды. Все тщательно перемешиваем. Очищаем крабовые палочки. Можно делать большие оладьи и палочки не разрезать вообще или делить их пополам. Но мне нравятся небольшие оладушки, поэтому крабовые палочки я делю на три части. Кидаем палочки прямо в тесто. Как следует разогреваем сковороду. И выкладываем в нее тесто с нашей начинкой. Тесто сразу начинает подниматься. Оладьи получаются пышные и очень вкусные. Отдельное спасибо моей маме, которая много лет назад придумала так делать. Если понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь ссылкой на это видео и подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые рецепты. До скорых встреч!